Всем привет! Вы на канале «Вкусный уголок». Сегодня испечем шоколадно-банановый пирог. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, для рецепта берем два больших уставших банана. У меня весом на 450 грамм. Чистим их и разминаем в пюре. Можно использовать толкушку, либо вилку. Добавляем к ним 2 яйца, 300 мл молока комнатной температуры, пол чайной ложки соли, сахар по вкусу у меня 250 грамм, 120 грамм растительного масла без запаха. И все это хорошо перемешиваем. Затем просеиваем сюда 70 грамм какао, это примерно 3 столовые ложки с горкой. Добавляем пакетик разрыхлителя 10 грамм и понемногу просеиваем муку. И теперь замешиваем тесто. Вот посмотрите, вот такое оно у вас должно получиться. У меня ушло ровно 400 грамм муки. До гладкости ничего не вымешиваем. Даже если осталось пару комочков, то это ничего страшного. Беру форму. У меня вот такая для кекса, но в принципе подойдет абсолютно любая. Я ее немного смазала растительным маслом и теперь выкладываю в нее тесто. Все ставим в заранее разогретую духовку до 180 градусов, примерно минут на 45, ну а там уже смотрите по своей духовке. Мой пирог уже испекся, оставляю его полностью остыть. Такой пирог по желанию можно присыпать сахарной пудрой, либо покрыть кондитерской глазурью, как я. И теперь я вам покажу, какой же он в середине. Вот посмотрите, пирог получается влажный, очень шоколадный и банановый. Так что если у вас завалялось пару бананов, то обязательно попробуйте испечь. Ну и конечно же, если вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!